Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Так-с, заберем все награды. Так, открыть колоду. Открываем. И выпадает нам 5 бакинских. 5 долларов всего лишь. Дальше проходим серию испытаний. Побежали. Кстати, а у нас тут... Давай-ка, наверное, мы ее сегодня и закончим. Что скажешь? Раз, два, три, четыре. 4 поединка всего лишь нужно здесь сыграть. Ну что, возьму Макмана, Армагона, Бакстера, Леонардо и Ванька Стиранга. Именно они будут сегодня отстаивать честь в этом, как говорится, довольно простом событии, если честно. Но это сейчас простом, а раньше оно, вспомни, было какое. Вот-вот. Раньше я даже первый круг не мог пройти. Если не веришь, можешь посмотреть. Я думаю, ты будешь удивлен. Да, это сейчас все кажется легко и просто. А когда-то были времена, что я боялся собственного шороха, ё-моё. Потому что в любую секунду могли отдубасить и даже имя не спросить. Так, давай-ка мы сюда. Опа. Угу, пиццелицей. Смотри-ка, не упал. Ванюша добил. Так, Крип, что ты делаешь, парень? Отдохни, малька. Начинает он там мне энергию высасывать. Ну что, здесь мы все довольно легко и быстро сделали, прошли, поэтому погнали-ка дальше. Идем сюда. Армагон, Бакстер, Лео, Шреддер и Усаги. Вот такие вот у нас на этот раз друзья. Друзья, товарищи, бойцы. Так, пиццелицей. Ну, сейчас мы тебе... Ага, ты посмотри, на 80 уровне Маузера, у него инициатива круче даже, чем у моего Супер Шреддера. Как тебе такой расклад? Причем у них две брони. Я вот не понимаю, как он может настакать две брони. Вот этот Маузер. Это слишком кучеряво, мне кажется. Зашибись. Попробуй его еще пробить. Ты, тыч. Пиццелицей совсем оборзел. Раз, два. Только со второго удара, ребят, мы снимаем всю бронь настаканную и уже наносим действительно урон. Кстати, Усаги молодец. Он пробафал довольно неплохо наших бойцов. Дал возможность нам на вторую атаку. И переходим на последнюю волну. Значит, мутагеноид, хан и грибы. Грибы надо уничтожать в первую очередь. Есть. Валяются, отдыхают. Дальше, так, Кирби. Потому что это хил. Ну, понятное дело, что хан тут выпендривается. Что ему еще остается делать? И мутагеноид. Хрум. Все, ребят. Нету больше мутагеноида. И остается у нас, по-моему, два последних поединка. По-моему, да. Два последних. Ну-ка, раз, два. Действительно. Подожди, какой собрать-то? Че ты, Рэй, нажимаешь? Макман, Бакстер, Армагон, Леонардо и Ванька. Вот такие ребята пойдут у нас на этот раз. Ну что, нейтрализатор, сейчас тебе будет некомфортно. Дебаф повесили. Обожаю, когда вешаем дебаф на понижение атаки. Тыч, раздавили. На тебе. Ну что, тараканчик отдыхает. А здесь у нас муха. Ну, в общем, массовую атаку делаем. Валун не будем тратить. Сделаем так. Так и вот так. Довольно быстро и легко запинали мы нашего противника. Ну что, переходим на последнюю, как говорится, битву. Это битва с Крэнгом, конечно же. Куда же мы без Крэнга, друзья мои, а? Ну куда? Конечно, никуда мы не денемся. Так, Майки, подожди. По-по-по-пом. Можно, в принципе, взять Усаги, ладно. Думаю, что и без Усаги мы справимся здесь. Ну что, Бакстер Стокман с собственной персоной стоит здесь и радуется. Блин, почему вот ты... Надо было же поменять цель. Ну-ка, укусик. Хлоп. Пробьешь? Красавчик, Лео. Пью. Оглушение подвесил. На тебе. Ну что, а вот и сам Крэнг.
Недолго он тут веселился, на самом-то деле, да? Сейчас мы его запинаем. Ну что, Крэнк, давай, влази. Довольный такой. Ну, блин, а этот-то у меня до сих пор еще оглушенный, оказывается. Смотри, смотри, что и творит. Ну-ка, надо было тройной укус сделать. Ё-моё. Точно. Что-то я как-то лопухнулся. Хлоп. Еще чего-то захотел. И добивка. На... Да ладно. Ты гляди-ка, что делает, а? Кикимора-то. Все, ребят. Иди отсюда. Вылазит он мне. Нисколько не сомневался, что мы пройдем. Я уже даже с закрытыми глазами. Мне кажется, даже уже на автобое можно ставить. И мои бойцы на автобое все будут проходить. Причем довольно легко. Ну, собираем. Так, так. Два Леонардо. Собрать и сбросить. Давай, наверное, сразу все откроем. Подзорных труб сколько, смотри, понавыпадало. 46 долларов. Смотри, 11 тысяч мутагена и 23 пиццы плюс 7 откатов. Шикарно. Забираем. Так, и поехали. Сразиться в поединках. То есть у меня сколько мутагена? Мне хватит на Крэнга. Хватает. И двое вот этих вот наушников нам нужно найти. Сейчас попробуем. Так, раз. Только одни. Вторые, все, ребят. Двое наушников есть. Хватает? Нет, мутагена нету. Нужно 5000, а у меня в данный момент 1500. Ну что, как всегда, идем набивать. А набиваем мы где? Само собой, мы набиваем это на турнирной арене. Кстати, сегодня надо будет пройти классическую бойню. Ну, не обязательно прям все. Давай, наверное, так и сделаем. Сразу побежим. Попробуем быстренько пробежаться здесь. Раз, два, три, четыре. Вот. Ну и сразу же попробуем пофармить. Выпадут, не выпадут нам. Я здесь ставлю, и само собой, на автобой. Ну и мои черепашки тут делают полный расколбас. Минус маузер, минус второй. Так, консервные банки. На самом деле их не банки звать, а как там, дроны? Защитные дроны, по-моему. Минус бибоп. Так. Ну, 10 уровень у противников, поэтому тут удивляться и нечему. Само собой, разберем на изи. Ну и получаем, сколько там? Одно ДНК, по-моему, да? Одно ДНК на бибопчика. И поехали. За ДНК на Рокстеди. Все это классика, естественно. Огрели. Дубанули. Все, лежит, отдыхает. Ну что, супостаты стоят тут мне, улыбятся. На. Получи. И последняя, заключительная волна. Здесь у нас Рокстеди. Собственно, персона стоит тут. Легче парень репа, да? Ну вот. И теперь, в принципе, остается что? Нафармливать потихонечку. Давай попробуем. Здесь, как ты видишь... О, тут вообще шикарно. Поехали. Доллары. Маяк. Так, тут понятно. Всего лишь 20 жетонов. Вот. Рокстеди нам уже выпал. Нужно найти теперь бибопчика. Ну давай, бибоп. Есть. Есть, ребята. Пум-пум-пум. А что у нас тут? Блин, ну тут Донателло. Хотя вот... Может пройти, а? Давай, ребят, наверное, пройдем и здесь тоже. Была не была. Просто там тоже можно фармить по 2 ДНК. Можно, конечно, пройти первое вот это событие, пофармить, где у нас
Бибоп добывался. Но там только лишь одно ДНК. А тут есть возможность все-таки получить два раза по два ДНК именно на Бибопчика и на Рокстеди. Так что я принял решение, что будет выгоднее, конечно, это здесь фармить. Так, идем сюда. Минус Рокстеди. Минус Бибоп. Ну и, соответственно, минус кланфутовцы. Все. Правда, у нас не так много сыра будет сейчас для фарма, но тем не менее. Донателло классика. Твою налево, что ты мне, не надо мне туда. Комикс-чувак. Ну вот, видишь, Рокстеди выпал. Так, ноутбук. Все, ребят, больше не хватает, к сожалению. Не, вот здесь вот можно еще попробовать разочек. 15 жетонов. Ну что же. Так, мутагена у нас не хватает по-прежнему, да? Ладно. Погнали. Друзья, мы теперь идем на турнирную арену. Лига самураев 3 звезды. Прикинь, скинули как. Лига самураев 3 звезды. Так, 14-18 пока дают. Попробуем паролить, может быть. Не, наверное, 14-18 это предел в данный момент. Ну, хорошо. Так, сейчас у нас будет второй мини-буст. Потому что уровень у нас здесь 55-й. Но в тот раз мы тоже так же пошли. Одним 55-м уровнем чуть было не отхватили. Надеюсь, на этот раз все пойдет хорошо. Надо Эйприл убирать, потому что она у нас хил. И надо всю эту силу концентрировать именно на ней. Ну-ка попробуем с лакеточкой ей. Она хильнет сейчас, да? Она сейчас хильнет, успеет. Ай-яй-яй, друзья, ну как так-то? Гранат бросим. Тяжело пошло, короче, все это дело у нас. Дрона призвали. Так, Донни. Критовку, да, повышает? У них а кто им уклонение поставил? Скажи-ка мне на милость. Так, вот этого Леонардо нужно как можно быстрее уничтожить. Попасть бы еще в него. Окей. Пробьем? А если из водяного пистолета? Ага, водяной пистолет. Там какой-то бластер был, а не водяной пистолет. Все, друзья мои, прошли. Ну, в принципе, наша цель здесь как? Продвинуться как можно выше и, соответственно, нафармить мутагена. Так, 45-я позиция. Что-то как-то долго идет. Ага, 15-19. Все, нашел. Раз, два, три, четыре, пять. Слушай, ну 55-й уровень против 49-х. Есть шанс, да, победить, но маленький. Поехали. Попробуем Криса вначале. Как же ты так, а? Ну, по крайней мере, они лишились бафа. Теперь, наверное, Ванька. Попробуем. Слабо. Баллончик. Ты дичь. Ну что это? Ну-ка давай. Со своей пушкой. Да, даже здесь он не пробил. Ну, потому что не прокачанные суперудары эти. Сейчас еще и отхватим по полной программе, походу, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Друзья, вот вам. Куда ты бьешь сейчас же он? Ага, хил, хил, быстрее, быстрее хиляемся. Все равно фигня получается. Так, если я влево, например, вот так вот сделаю постепенный урон. А если вот так вот? Ага, заморозка. А этот делает очищение, ты посмотри, а. И броню еще на себя повесил. Ну-ка давай-ка снимем броню, это раз. Плюс веером. Может шокировать получится. Ага, замедлили. Это какой-то... Это, друзья, какой-то полный трындец. Бьем, 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 бьем. Он один стоит против нашего полностью снабженного отряда.
И пофиг ему на все. Эх, самурай, самурай. После этого поединка мы перейдем, получается, в сёгуны. 14-18. Не, давайте ко мне 15-19. Уже засветились, и не надо идти на попятную. Так, а вот тут уже противника 52 уровень, как мы видим. Поэтому будем делать нашим любимым способом. Это вместе со слабенькими брать одного сильного. Ну, как мы это обычно и делаем при прокачке. Ну что, железноголовый, давай мы вначале ханом сделаем дебаф, а потом бросим туда пару ракет. Упс. Я, честно говоря, думал, что они все упадут. Но я заблуждался. Наверное, все-таки Бакстера завалим. Хоть у Дони тоже есть массовая атака. Блин, надо было мне просто лучом сделать, да и все. Волной вот этой вот, огненной. Ну ладно, так тоже сойдет. Ну что, поехали далее. Итак, в сёгуны мы перешли. 91-я позиция. 15-19. Ну что, я возьму, наверное, Лео. Так, Ваня, подожди. Я возьму Леонардо и с ними вот этих вот ребят. Тут понятное дело, что Леонардо с ними справится спокойненько. Просто нашинкует. Да, Лео? Я надеюсь, ты меня не подведешь? Все хорошо. Вот про этого Рафаэля, да? Кто-то писал в комментариях, проголосовало больше, чем за кожеголового. Я немножко, так скажем, рассмешен. Еще утверждает, я считал, говорит. Так, ну что, ладно. Раз, два, три, четыре. Поехали. Ну, с Армагоном понятно тут. Лучше не шутить. Одного залпа будет более чем достаточно. Хлоп. Все. Лежат красавчики. Главное, все туда головой легли, а этот развернулся и лег головой к нам. Рокстеди. Ну что, с 69-й позиции мы перемещаемся на 49-ю. То есть, получается, 20 ступенек пролетаем. Слушай, это неплохо. Возьму я здесь Донателло. Донателло, три Микеланджело и один Рафаэль. А, нет, какие три Микеланджело? Два Майки всего лишь. Три Микеланджело посчитал тоже. Так, сюрики. И все. Достаточно было, да, для Донателло, чтобы он всех положил. Ну и мне тогда достаточно. Двигаемся дальше, друзья. 27-я позиция. Блин, они 15-19, они что, зациклились на этом? Вот, 15-20. Ну что, я беру Бакстера Стокмана и остальных. Кстати, уровень уже у них как у нас. То есть 55-й, у кого-то даже там есть 56-й. Поэтому здесь Бакстер Стокман просто необходим. Ага, кто у нас без постепенного? Вот. Делаем вот такой удар. Хлоп, нормально. Ну что ты не падаешь-то? Причем, когда мы его бомбанули, ты видел, он так лопнул, как будто пиньята. Двигаемся дальше. С 27 на 5 место приплыли. Ну, так, 15-20 же было, было. Вот эту команду я возьму. Берем Макмана и вместе с ним Рафаэль, Майки, Мондагека и Пиццелицей. В принципе, Макман должен разобраться с ними. С помощью своего этого ураганчика. А я тебе о чем говорил? Изи. Поехали дальше. Смотрим. Переходим в Лигу Сёгунов. Поздравляю нас, друзья. 84-я позиция. 41 откат. Может быть, дадите уже все-таки 16-21. Не, не хотите, да?
Они хотят давать, друзья мои, 16-21. Ладно. Не буду я с ними здесь спорить. Возьмем, наверное, Усаги. Так, Джастин, подожди. Раз, два, три, четыре. Погнали. Друзья, на втором канале у нас заключительная серия по Карамонам. Так что, если кто долго ждал, может заходить и посмотреть. Вышло сегодня. Так, ну что, бомбанули и добиваем этого Рафаэля. Рафаэль видение был. Идеальная победа. Ну что же, двигаемся вперед, только вперед и ни шагу назад. Я думаю, в Сёгун 3 звезды-то мы сегодня попадем однозначно. Хотелось бы, конечно, получить 16-21. Я вот жду-жду, но почему-то меня не хотят этим порадовать. Дают 15-20. О, 16-21. Я все-таки добился своего. Ну что, возьму Ванька. После Крынга, как мы, ребята, решили, будем прокачивать, значит, кожу голову, да? На сотый уровень. Ну что, хватит им базуки? Конечно, конечно, хватит. Один выстрел, 5 трупиков. Замечательно. Ну-ка, с 63-й мы перемещаемся на 44-ю. 16-21. Ну что, я возьму, наверное, здесь... Да, Джастин, что ты все лезешь-то? Слушай, ну тут уже, друзья, надо перестраховываться, потому что 61-й, 62-й уровень нашего противника, а у меня еще до сих пор 52-й отыгрывается, прикинь? То есть, как бы, не особо, чтобы айс. Давай. Тыдыч, готовы. 96-й уровень, справился с ними. Это меня радует. Ну-ка, покажите мне итог. 29-я позиция. Окей. Ну, хорош, 15-20. Только что было 16-21, они мне опять 15-20 подсовывают. А? Ты посмотри на них. Давай, наверное, вот этих вот отыграем. Так, так и вот так. Без супершреддера. Супершреддер пойдет, как говорится, на закуску у нас. Не буду я здесь ничего делать. Так, Майки ушатывает слэша. Теперь, наверное, попробуем сделать вот так. Жалко, постепенку не повесил. Само собой, берем провокацию. Само собой. Теперь, наверное, еще баф возьмем, повесим. Я думаю, что у тебя крышка, парень. Ах, ты выжил, ты посмотри-ка. Это тут со своим уклонением. Он уклонение вешает и критический удар. Уклоняшка не помогла. А этот в инвиз уходит. Ты серьезно? Ты же один на поле боя, зачем ты в инвиз? Думаешь, что ты спрячешься, что ли? Нет, конечно. Когда последний боец остается на поле боя, инвиз не работает. Ну, а мы переходим в Сёгун 3 звездочки. Сёгун 3 звездочки. Так, 16-21. Ну что ж, давай. Тут у нас остаются... Слушай, ну еще бойцов приличное. Я думал, тут малька останется. Ну что, Супер Шреддер, покажи свою ярость. Как ты их будешь рвать? Обычно он их рвет всех на изи. Ну как так-то? Ну как Сплинтер мог выжить-то? Ёк-макарёк, 61 уровень, ребят, ну... Не понимаю. И причем даже постепенного урона не получил. Да, везунчик. Рандом есть рандом, я уже об этом неоднократно говорил. Так что, ребята, удивляйся, не удивляйся, но это непредсказуемость какая-то. Возьмем зэка. Так, так. Так, и вот так. Ну, зэк, естественно, находит первый. Бросит им под ноги свою бомбочку. Шокирующую, так ее можно назвать. Так, и нам надо будет, наверное, морозилочку все-таки уничтожить. Так, секундочку, ребят. Так, и ракетами. Есть контакт. Все, друзья мои, разобрался здесь. Разобрался здесь легко. Ну что?
64-я позиция. Так, смотрим. 16-21. Но я думаю, что с 70-никами, наверное, мы здесь справимся, да? Не надо тут в панику падать. Все должно у нас тут сработать. Ну давай, клан-футовцы, добивайте их. Да, конечно, только Пит упал. Ну-ка, Шархан, молодец. Хоть ты не подвел. Довольно много урона нанес, отлично. Ну-ка, покажите мне, пожалуйста, по статистике, где мы там сейчас будем. Блин, мы в Лигу мастеров сегодня сможем попасть или нет? Меня вот такой вот вопрос сейчас мучит. 16-21. Да ё-моё, ну. О, 16-22. Твою дивизию, а тут, друзья, остается-то всего лишь... Но мы сделаем сейчас немножко по-хитрому. Я попробую сейчас это поделить на два поединка. Понимаешь, да, наверное, как? Раз, два, три, раз, два, три, да? Вот так вот мы сделаем. То есть два мощных бойца и три слабеньких. Ну, чтобы у нас все было по фэншую, чтобы все было красиво. Угу. Ну и шипы, само собой, сейчас это будет завершающий, как говорится, жирной точкой в их карьере. Потому что они все отдуплились. Такс, ну-ка. 28-я позиция. Нет, сегодня мы точно не дойдем, к сожалению. Как бы я бы тут не хотел и не старался, но не получится, ребят. Просто не получится. Так, шипы. И все, ребята, в принципе, постепенно на них висит. Можно даже было бы и не драться, просто пропустить ход, но здесь такого нет. Чтобы просто тупо пропустить ход, надо обязательно сделать движение какое-то. Ну, отлично. Да, нам капельку не хватило, чтобы перейти в Лигу мастеров. Ну, ничего страшного. Выходные начались, так что завтра мы обязательно до туда доберемся. А теперь идем в список. Сколько у нас мутагена? Отлично. 19 тысяч. Прокачиваем нашему до 6 ступени. Ну вот, ребята. Кто-то говорит: Рэй, прокачай вот этот вот вход в технозону. Типа пригодится. Типа пригодится. Так, у нас пицца есть или нету? Я хочу сейчас попробовать... Подожди, а кого мы будем прокачивать? Наверное, кожеголового, я думаю. Если мы будем его дальше прокачивать, то значит на него надо искать навыки. Вот, 8 пультов. Попробуем найти. Один нашли. Так, второй. Третий. Четвертый. Пятый, шестой, седьмой и, блин, восьмой. Давайте мне восьмой. Восьмой, все, ребят. Улучшим. Это у нас массовая атака. Так, это у нас Че-планшет. Давай попробуем найти. Две штуки нужно, да? Да ё-моё, ну... Не выпадает, прикинь, не хочет выпадать. Нам зато комикс какой-то там выпадает. Шок техно. Че-планшет выпал. Один. Второй. Замечательно. И 10 ящиков с инструментами. Ну, само собой, тут только один раз получится. Все, ребят. И закончилась у нас пицца. Забираем здесь награды и... Заканчиваем, наверное, да, ребят, заканчиваем серию.
Так что всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.